BadSafe. Генеральный жальгерийский ремейк. Несовершеннолетний Ну что сказать про игру. Первый тайм достаточно много ошибок. Очень много ошибок. Такое количество можно набрать, наверное, в пяти, восьми матчах. Вследствие этого и игра, конечно, не строилась. Центральную зону проиграли в плане борьбы. В плане борьбы. Ну а так что сказать, где-то создавали полумомент, у соперника была штанга там, да. Ну и гол в раздевалку, конечно, но ну это, это немножко всегда так дает такой отпечаток. Второй тайм, более может быть уверенно, мы вышли. В плане того, что начали организовывать, появились моменты. Ну, соперник уже ну избрал такую тактику, да, контратака или, или плотность обороны. Много нарушений много срывов атака, но это не говорит о том, что нам не нужно было забивать. Да, мы старались, мы стремились к этому, но не все получилось. Немножко ротации такая, ну, побольше получилось у нас. Да, даем молодежи играть, потому что надо играть, когда играть, как не сейчас. Может быть, эти связки у нас и были нарушены. Ну и соперник играл достаточно агрессивно так. Понятно, что такое время, необходимость очков таких причин, чтобы сказать, что кто-то или как-то, но мы все вместе играем. Мы все вместе строим победы, мы забиваем, но мы все вместе и пропускаем. Ну, понятно, что игрок вышедший, молодой игрок, он не может сразу проявить себя магически так. Да, много много ошибок, много неправильных действий, но много и хорошего, много и полезного. Поэтому, ну, когда им расти, как не в таких играх. Поэтому и э, Мейнардес вышел уже э, после первого тайма, пытаемся давать, потому что, ну, и Бурба, и Варейка, может быть сегодня появились, но ну, они по причине болезни, они не было сегодня их даже но на скамейке запасных. Поэтому нам сейчас необходимо это делать.